Детские сказки. Я в свое время тоже увидела эти книги в YouTube у девушки. Она тоже купила дочке книжку такую. И меня это очень заинтересовало. Я тоже решила приобрести. Приобретала в Лабиринте. Они не дешевые, но качество картинок, качество рассказов просто восхитительно. Мне очень нравится. Мы сейчас читаем. Конечно, не все понимаем, но все же. Их целая серия. Они выпускаются сериями. Можно купить по одной книжке, можно купить сразу сборник, вот такие вот разные рассказы. Я купила по книжке, хотя, конечно, выгоднее купить одну книжку, в которой несколько рассказов. Брайана Синтия Паттерсон, «Сказки Лисьего леса». Их серия. Вот у меня только четыре, но очень нравится, очень просто. Я в восторге, что я узнала об этих сказках, в этих книжках. Иллюстрация превосходная. Просто превосходная иллюстрация. Вот. Если кому интересно, заходите на сайт Лабиринт. Ну, я, во всяком случае, покупала их в Лабиринте. Они там есть. Посмотрите. Возможно, вас это заинтересует тоже.